На повестке оперативного совещания несколько актуальных тем, но вначале глава Сергей Горелов отметил важное событие для округа – бюджет на 2020 и плановый период 2021-2022 года принят. Вчера на совете депутатов был принят бюджет, а этому предшествовала довольно кропотливая и тяжелая работа совместная совета депутатов, контрольно-счетной палаты, сотрудников администрации. Я сегодня здесь на оперативке хотел бы поблагодарить Елену Федоровну вас, спасибо, депутатов всех, Ольга Юрьевна, вас, сотрудников контрольно-счетной палаты, которые дали свои рекомендации, замечания, на основании которых сотрудники администрации смогли увидеть те цифры, которые, может быть, не всегда были обоснованы, но, тем не менее, мы путем совместных действий пришли к тому, что сегодня цифры по программам были выверены и бюджет был принят. Активно вели в администрации и совете прием граждан в рамках всероссийского приема в День Конституции. По итогам вопросов, с которыми пришли жители на прием, оказалось намного больше заявленных. Люди приходили целыми делегациями и каждый со своей проблемой. Все-таки было оформлено 108 карточек, а людей было гораздо больше, потому что, ну, в частности, ко мне, я знаю, и к Елене Федоровне. В карточке, к примеру, было записано 3 вопроса, один обратившийся, а приходили по 5 человек, и каждый задавал по несколько вопросов. Я у себя в отдельных карточках, извините, по 10 вопросов даже записывал. Поэтому количество людей было гораздо больше, чем в прошлом году. А в прошлом, по-моему, по карточкам, карточек было около 25, наверное, оформлено. Вот. В этом году в 4 раза больше. О ходе работы по диспансеризации населения на настоящий момент также говорили на совещании. Глава обратил внимание на то, что необходимо учитывать особые учреждения, работающие с массовым потоком людей, соцслужбы, управляющие организации. Прохождение сотрудниками этих служб диспансеризации должно четко фиксироваться и контролироваться. Еще одной важной темой стало снижение дорожной аварийности и безопасность дорожного движения в округе. Вот мы на большом оперативном совещании говорили, я и Елена Федоровна поднимали вопрос по поводу разделительных столбов. Их состояние на сегодняшний день никакой критики не выдерживает. Вот эти столбики разделительные, они грязные. И мы тогда проговаривали, давайте где-то в каких-то местах их демонтируем, потому что если, не дай бог, произойдет авария, а там, где сделаны тротуары, это хорошо, что сделали тротуары, 37,3 километра. Мы первое место в области заняли по этому количеству. Но, тем не менее, мы говорили, если есть тротуар, уберите столбики. Данную ситуацию глава поручил решить совместно с Мосавтодором. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.